Кто-то шантажирует ЦРУ, шлет послание с кровавым следом. А виновных в убийствах выставляет управление. Я прошу тебя поехать в Грецию вместе с ней. Сэр, я советую вам подумать и отправить кого-то более квалифицированного. Я согласен. Она и 24 часа не протянет. Радек был моим другом. Я не смог спасти его семью. Это не было согласовано. Вся операция не согласована. Хочешь найти Радека, надо действовать правильно. То есть, по-твоему? Вы ко мне пришли? Я так работаю. Был уговор. Я тебя отпускаю, ты испаряешься навсегда. Видишь ли, мы так и не узнали, кто меня подставил. Может, это ты? Ты знаешь, как я решаю вопросы. Не стой на пути. Умрут миллионы людей. Жаль, но так тому и быть. Тебе никогда не уйти от меня. Садись! Кто вы такой? Стив Вейл. И что? Я каменщик.